Еще одно видео. Я хочу показать курс Бакштаг на бабочке, про который я столько разговаривал, про Freedom, но как бы трудно понять. Вот если вы посмотрите сейчас на волну, вы поймете, волна идет по ветру. Ветер вон оттуда, то есть это у нас чистый Бакштаг, правильно? Вот, посмотрите, вот у меня стоит грот и бизань. Но бизань выбрана так, как обычный бы грот был. А, собственно, грот, видите, у меня выпущен вперед на бабочку. Этот курс, ну и как вы видите, я не держу руль и не кручу ничего. Этот курс очень устойчивый и позволяет ехать, эта лодка существенно быстрее на нем идет. И, ну, как на любом Бакштаге, просто вот этот факт, что грот вынесен на ветер, то есть многие не могут понять. А сейчас я начну приводиться на грот. И вот смотрите, я не знаю, увидите ли вы волну, но... Приборов у меня на лодке нет никаких, чтобы показывать. Но я вот привожусь. И сейчас будет поворот. Коль мы уже так уж здесь. Вот сейчас уже, в принципе, почти чистый галфин. Почти. Вот видите, начинается. Вот он пошел в грот. Вот он перекинулся. Ну ладно, всем привет.